Сэм, все хорошо? Я посмотрел записи. Похоже, ты угодил в супер-ячейку. И миг спустя появился по ту сторону нулевой точки. Недалеко от портового узла. А как я попал сюда? Виктора помнишь? Он нашел тебя без сознания у гавани и привез сюда. Мне кажется, Клифф отец Лу. Он сказал, верни мне ББ. Не может быть. Клифф родился... Это он мне дал. Может, он пытается что-то сказать. Что-то про ББ, может быть. Про то, как их создали. Не думаю, что он пытался навредить нам. Он просто хотел поговорить. Но ты сказал, он удерживает директора в плену на берегу. Да. Видимо, и что-то связывало когда-то в прошлом. Их и Бриджит. Какое совпадение. Хочу кое-что показать. Случайно обнаружил, копаясь в архивах. Это сообщение, которое записал директор, с пометкой «Если я не вернусь». Я записываю это на случай, если со мной что-то случится. Это секретное послание. Я надеюсь, меня смотрит кто-то из Бриджеса. Мне пришел подарочек от Амелии. Она предлагает перенести меня на берег. Но путь мне должна указать эта кукла. Это ловушка. Наверняка. Но я решил ей подыграть. Вы ведь все тоже мне подыгрывали. Вы знаете, эта маска скрывает не только мое лицо. Но Амелия тоже чистый лист. Без прошлого. О ней нет никаких записей. Она призрак. И что касается призраков, я с ней никогда не виделся. А вы? Вы видели ее во плоти? Жали ей руку? Касались? Та наша экспедиция была поделена на две группы. Амелия была в первой, мама и Хартман во второй. Они не общались с ней напрямую. Да, отряд Амелии погиб в краевом узле. Все, кроме нее. Все, кто мог подтвердить, что она существует. Чушь. Она жива, я ее касался, и она меня... Ну, я знаю ее только как голограмму. Я тебе говорю, я ее видел. Вживую. Много раз, еще маленьким. Да, но на берегу. Вот что президент сказала про свою дочь. Амелия родилась на берегу. Там осталась ее Ка. Но ее Га перешла в этот мир. Из-за разделения тела и души она почти все детство провела в больницах. Но несмотря на это, ее дум-показатели били все рекорды. С годами она приноровилась, и ее сверхъестественные таланты расцвели. К тому времени, как ей исполнилось 20, она могла легко перемещаться на берег и обратно. И она начала проводить там все свое время. С ней можно было связаться только посредством голограммы, больше никак. На этом настояла президент. Я принес присягу президенту и Америке. Для меня ее слово было законом. Когда она сказала, что Амелия ее дочь и достойнейший кандидат в ее преемники, я ей поверил. Но после восстановления архивов я решил воспользоваться своим уровнем доступа. И тогда я обнаружил, что у Бриджит в молодости диагностировали рак матки.
И она не могла иметь детей. Видите? Не сходится, да? Амелия не может приходиться Бриджит родной дочерью. Так откуда она взялась? Кто она? Существует ли? Как мы можем быть уверены в том, что она фактор вымирания, если мы даже не знаем, есть ли она вообще? Да может, вся теория про ФВ – бред собачий. Но если нет, если она причина выхода смерти, я обязан принять ее приглашение. Я зарядил его гематическими патронами. Кровь Сэма. Она связывает мой пистолет с ней, со мной, с ним, со всеми нами. А это значит, что я смогу взять его с собой на берег. Я остановлю то, что она начала, остановив ее. И последнее признание. Я всего лишь человек. Самый обычный. Ничего особенного. У меня нет дома. Я не возвращенец, как Сэм. Я не знаю, каково это умереть. Ни разу не пробовал. Да. Я прошел через ад. Каждое сражение — это ад. Но как бы тяжко мне ни бывало, я выживал. Я только и делаю, что бегу от смерти. Ну, мне пора. Она зовет меня. Бриджес, не подведите. Директор сделал эту запись и прыгнул на берег. Вернее, его призвала туда Амелия. Он угрожал Бриджит пистолетом. Потом явился Клифф и схватил его. Я думал, он хотел разобраться с Амелией. Да, она тоже там была. Это она меня вытащила. Все так очевидно. Как же я раньше не догадался? Это ведь Амелия! Что случилось? Хиральная сеть упала. Локни говорит, скоро она придет в полную негодность. Выходит, что мы зря старались? Дай мне сначала договориться. Я ему скажу. Фрэджайл, мой видок, тебе нужен отдых. Я знаю. Должна сказать тебе кое-что. Мы с Хиггсом немного поболтали на берегу. Его было легко разговорить. Он сказал, зачем предал тебя? Он сказал, таков был ее план. Что? Она была их лидером. Произошедшие теракты, глобальное вымирание. За всем стоит Амелия. Да черта с два. Я знаю, в это трудно поверить. Но это подтверждает слова Дай Хардмана. Хиггс предал меня после встречи с Амелией. Сначала он просто хотел расширить свою территорию, и ему нужна была моя сила. Из-за этого он и стал работать со мной. Он был не террорист. Он просто хотел больше влияния. Но тут появилась она со способностями, что мне и не снились. Она даже тварей контролирует. Хиггс переметнулся к ней. И тогда она превратила его в агента вымирания. Амелия наделила его силой? Да. Сделала его своим дементом. А что, Бриджит? Объяснишь мне, что она делала на берегу? И на это у тебя есть ответ? Я понимаю, все это дико. Но Хиггс сам сказал, что Амелия – фактор вымирания. Я видела его капсулу. Там не было никакого ББ. Зато вот что там было. Та же кукла, что и у Дай Хардмана. Это их Бридж Бэйби. Есть мнение, что террористы возродили ББ-технологию, а Бриджес ее скопировали. Это чушь. Их методы и ваши абсолютно не похожи. ББ связывает тебя с миром тварей,
а их кукла с Амелией и ее берегом. Знаешь, у кого еще были такие куклы? У Клифа. Они были у него на полях сражений. Клиф, Хиггс, директор. Всех троих заманил и подчинил себе фактор вымирания. И кто на самом деле этот фактор? Бриджит или Амелия? Я знаю только то, что ответы где-то на берегу. Чего она хочет и зачем? Если докопаться до сути, может, мы все же предотвратим последний выход. Сэм, ты должен ее найти. Кем бы она ни была. Она ждет тебя на берегу. Вернись на восток. Сэм, связь нестабильна, так что в двух словах. Есть работа. Состояние Фрэджайл ухудшается. Если она впадет в кому, есть опасность, что ее душа застрянет на берегу. Ей срочно нужны криптобиоты. К счастью, у Фрэджайл Экспресс есть запас в портовом узле. Так что, раз уж ты там, захвати немного. Подробности в терминале наверху. Сэм, это правда очень важно. Знаешь, что сегодня за день, Бабе? Сегодня был бы особенный день, если бы твоя мама... Ты еще не родился. Но чем больше свечей, тем веселее, да? Уже скоро ты сможешь выйти в настоящий мир. Обещаю. И мы устроим настоящий праздник. Ну, с днем рождения. Загляни в терминал, вдруг ей заказывал. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер Бриджес. Не забывай, этот контейнер не герметичен. Его нельзя опускать в воду даже частично. Thank you.
слава богу, ты пришел. Фрэджайл никак не выходит из комы. Но криптобиоты, что ты принес, помогут нам привести ее в чувство. Пары штук должно хватить, чтобы она встала на ноги. Ты молодец, Сэм. Сэм! Вернулся. Тяжело, наверное, было добраться, тем более в одиночку. Но теперь вся команда в сборе. Вся команда? И Дай Хардман? Слишком много прыжков за такой короткий промежуток. Ее клетки загрязнены хиралием, что вызвало усталость на молекулярном уровне. Из-за этого у нее не работают механизмы гомеостаза. Не бойся, ей ничего не угрожает, но ей нужен отдых. Так где директор? Его положили в другую палату. Его нашли лежащим без сознания у изолятора. Как было с тобой после встречи с Клиффом? Даже после деконтаминации она восстанавливалась все медленнее. Сэм, добрался. Есть хочешь? Спасибо. И все-таки я тебе нужна. Неужели? Ну ладно, время не ждет. Ведь так? С нами Сэм. Великий доставщик. Единственный, кто сможет найти Амелию. А ты сейчас не в том состоянии. Ты навредишь и себе, и ему. В ходе поисков берега Амелии я пришел к ошеломительному выводу. Если сравнить берега с мультивселенной, похоже, что ее берег расположен на более высоком плане. Я могу ходить по чужим берегам, всем, кроме ее берега. Он невидим, недостижим, боюсь, даже для Фрэджайл. Представьте себе кровеносную систему, к примеру. Каждый из берегов – это один капилляр. Но берег Амелии – это сердце, которое гонит кровь по всем ним. Капилляры являются частью единого целого. И во главе стоит сердце. Оно направляет, задает силу потока. Оно всем управляет, все контролирует. Вы понимаете? Все в ее власти. Ты можешь добраться до нее, плывя против течения. Но, скорее всего, после этого она не захочет тебя отпускать, и ты не сможешь вырваться от нее. Но Фрэджайл и Дай Хардман смогли сбежать с ее берега, да? Тогда произошло то же самое, что было с тобой. Я ушла оттуда не по своей воле. Меня вытеснили, возвратили. И кто? Она. Вытеснили? Почему? Это только догадка, но... Ей нужен ты.
чтобы ты к ней пришел. Вот чего она хочет, наверняка. Вот значит как. Амелия ФВ, это ее финал. Так, проясним. Чтобы предотвратить последний выход и вернуться живым, я должен прийти к ней и отговорить ее. Так что ли? Верно. Банально, но... на тебя вся надежда. Хотя, если честно, даже ты вряд ли ее переубедишь. Если она не образумится, придется ее убить. И если ее убить... ты спасешь мир. Но сам застрянешь вне его. Навсегда. Ну что ж, тогда договорились. Ты готова доставить груз? Поговорю с ней. Может, передумает. Хотя с учетом текущих реалий, мы просто отсрочим неизбежное. Но... если это даст нам шанс создать что-то получше, обрести надежду. Хотя бы ненадолго. Ну, я знаю одну женщину, которая таким шансом воспользовалась. Ничто не вечно. Даже сам мир. Но мы должны бороться до последнего, верно? Латать дыры, менять детали. Все такое. Чтобы было видно, мы старались. Мы жили. Ты же говорил, сохранность груза не твоя забота. Потому что мне трудно было о себе-то позаботиться. Когда мы встретились в пещере, я думал только о том, как бы дожить до рассвета. Меня не волновали ни Америка, ни будущее. Я жил во лжи, прикованный к прошлому. Я был сломлен. Но что-то произошло, и я начал меняться. Познакомился с людьми, которые показали мне, что все не так плохо. Которые верили в завтрашний день и в меня. В которых, вопреки всему, не угас огонек надежды. Я должен постараться. Ради них. Но что, если ты не сможешь вернуться? Один хрен где подыхать, верно? Позабудь Аллу. Ладно. К востоку от портового узла некроматерей не нашлось. Хватит с малыша. Хватит. Хорошо. Я приложу все силы, чтобы выходить кроху. Соберись. Помоги мне ее найти. Тянись к ней, Сэм. Тянись. Ты ведь ее любишь. Любишь.